Огонь продолжает бушевать в австралийском штате Виктория. Несмотря на то, что власти понизили уровень опасности, 18 лесных пожаров пока не удается потушить. На борьбу с огнем вышли 2500 пожарных. Трое из них уже пострадали во время исполнения своего долга, причем двое из-за падающих деревьев. Также представители пожарной службы сообщили, что огонь уничтожил 50 домов. В Мельбурне во вторник, после того, как огромное облако дыма накрыло территорию аэропорта, временно отменили все авиарейсы. Когда дым ушел, работа аэропорта возобновилась. Пожары в штате Виктория начались еще в середине января. Их вызвали грозы и необычайная жара. Температура воздуха в то время достигала 40 градусов по Цельсию. Согласно предположениям властей, леса будут гореть до марта.